хочу об этом рассказать. Я не дословно, но смысл передам точно, я отвечаю. Значит, Хрущев пишет, что я очень хочу это сказать. Я несколько раз обсуждал со Сталином в неформальной обстановке Вторую мировую, и Сталин прямо говорил, что без американской и английской помощи мы победить в этой войне не могли бы. То есть мало того, что наше производство было невероятным, оттуда колоссальная помощь, и мы потеряли 27 миллионов. То есть насколько неэффективна вся эта система. То есть мы за всю историю, и плюс наши противники, не потеряли столько, сколько потеряла наш Советский Союз в Великой Отечественной войне. Какова роль помощи технической, вооруженной русской армии в Первой мировой войне? Но снарядный голод был, да, но его же приятно. Вот, во-первых, что можно здесь сказать? В основном мы воевали своим русским оружием. И, конечно, вот эта помощь винтовками, все, даже, насколько вот мне известно, когда Мурманск построили, первые английские танки туда прибыли. Но никто их оттуда не забирал, они потом так и остались вот в армии Миллера, там, когда же гражданская война. Почему? Потому что они не дали нам экипажей, а, нам надо было, как говорится, обучено, это же не трактор. Вот. Поэтому это было достаточно сложно. Так что, ну, помощь, конечно, была, но недостаточно. Больше кредитами. Вот. То есть, действительно, в основном... Да, и теперь вот насчет потерь Первой мировой. Это была наша, кстати, последняя война. Вот все говорят, там бездарные генералы, солдаты развалили. Да, в 17-м году такое творилось. Но, несмотря на это, и то, что мы не довоевали, мы заложили победу Антанты еще Брусиловским прорывом. Это тогда был коренной перелом, вообще все согласны на Западе, что именно Брусиловский прорыв послужил коренным переломом. Во-вторых, во время войны мы взяли в плен 3,5 миллиона. Наших в плену было 2,5 миллиона, мы на миллион больше. Это раз. Во-вторых, по потерям противника и по нашим, они примерно равны. Вот мы потеряли около 800 тысяч убитых на поле боя. Примерно турки, австрийцы и немцы потеряли суммарно столько же. Так что по пленным мы даже больше взяли. Вот. Так что вот воевали мы на равных. Это среди, была наша... среди пленных надо еще иметь в виду такую деталь, что немцы, сдававшиеся в плен в Первую мировую войну, особенно в конце войны, были среди них разведчики немецкие, которые, по-видимому, по договоренности с большевиками ждали захвата власти большевиками и оказывали им помощь, потому что после захвата власти большевиками ряд восстаний внутри страны подавляла немецкая армия, которая была у нас в плену. То есть это люди заранее подготовлены, то есть какой уровень предательства был со стороны Ленина, помогли, и что он натворил. Брусилова ранил снаряд, у меня вопрос. Скажите, Назовитесь, пожалуйста. Елена Будилина, руководитель клуба знакомств «Идеальная пара». Вопрос к вам, как к историку. Да? Какие последствия все эти войны оказали на численности и перевесе мужского населения по отношению к женскому в России? И как сейчас это сказывается на взаимоотношениях, на менталитете и на построении семьи? Как? И мне интересно, что скажете вы, а потом я расскажу, что на самом деле происходит. Ну, я могу так сказать, что, собственно говоря, Первая мировая, которая была прервана революцией и выходом России из войны, сколько-нибудь на демографическую ситуацию, по-моему, ну, я и не оказал. Ну, во-первых, это, с одной стороны, это мое мнение, проверить это трудно. Дело в том, что она сразу же переросла в гражданскую. А там уже вот этот вот красный террор, который унес там, ну, я не знаю, сотни тысяч, миллионы жизней. Собственно, в военных сражениях в гражданской войне, по таким приблизительным данным, в боях погибло не более из стороны, так сказать, большевистских сил и антибольшевистских, ну, где-то суммарно 300 тысяч. Если приплюсовать к Первой мировой, там где-то около 800, но ведь и тот из плен не вернулся и так далее. Вот. Тут судить трудно. Но гражданская, конечно, своими вот красным террором, некоторые говорят, еще белый, там белого не было, красным террором унесла жизнь куда больше, чем вся Первая мировая, там вместе там со 100 часов тут стоят. И еще можно добавить, что эпидемии в Первую мировую войну типа не было. Тогда Земгор очень хорошо работал, и санитарное дело было налажено. Вот. Так что ДИФ не косил людей ни в тылу, ни на фронте. А в гражданской это повальное было, в общем-то, это голод, расстрелы большевистские и ТИФ. Вот. Вот они-то и нанесли гигантский ущерб.
А потом, понятно, вы же историю там знаете в среднем. Потом и Голодомор, и все это там, и так далее. Я могу добавить вопрос, наверное, к нам очень коротко, родственному клубу. Дело в том, что трудно дать точный ответ на ваш вопрос по той простой причине, что на самом деле мы не знаем численность населения России к 17-му году. Потому что советские источники обычно ссылаются на перепись, которая была проведена в 1897 году. И там получалось 140 миллионов. А за время правления Николая II население страны выросло в полтора раза. Это был такой демографический взрыв, равного которому нету. И, кстати, сегодня говорят о том, что рожайте больше, это ложь. Но проблема не в низкой рождаемости, а в чудовищной смертности. Да. У нас вымирает народ, это совсем другая проблема. Понимаете? Так вот, если вернуться к этой статистике, вот я лично верю в цифру населения России, и я ее не выдумал, я ее вижу в источниках, 184 миллиона человек было к началу 17 года. И тогда получается, что гражданская война унесла не 15 миллионов жизней, а просто не выговорить сколько она. И что натворили большевики, когда они пришли к власти. Поэтому посчитать это все очень сложно. Но в целом, Первая мировая война выкосила мужское население, и замечательная мода на мини появилась в результате как раз впервые в 1917-18 году. Девушки должны были подчеркнуть свои прелести. Ответ самого крупного биолога советского дал этой даме. Это вопрос к биологам, а не сюда. Он не отвечал, он не понял. Нет, ну почему? Это социальные вещи, это не биологические, это социальные вещи. Хорошо, у нас режим, у нас жанр вопросов и ответов. Да, давайте. Последний. Последний, там не закончился диалог. Я вам отвечу быстренько. То, что на самом деле происходит в клубах знакомств в Москве, в Московской области и по России в целом. Мужчин, численность мужчин, вернее, численность женщин превышает численность мужчин в 10 раз, как минимум, в любом клубе. То есть недобор страшный. В клубе это не в стране. Я имею в виду, я вам сейчас рассказываю про статистику лично того, что я знаю по своим материалам. И я изучаю взаимоотношения, российский менталитет взаимоотношений русских мужчин и женщин и западных. Почему я сейчас решила развивать еще международный клуб? Потому что приток к нам иностранных мужчин улучшит, ну как бы, женщины будут хоть как-то находить мужчин, потому партнеров, да, для брака. Потому что на Западе исторически сложилось так, менталитет так сложился из-за того, что войны, из-за того, что все эти войны, революции и так далее. Я спрашивала у историков, у многих, почему так происходит. Из-за войн, революции, из-за того, что территория России очень громадная всегда была, и поэтому нашествия извне были, почему всегда хотели нашу территорию, да, российскую. Из-за этого менталитет сложился так, что мужчин наших войнах, погибли много мужчин, погибло, и мужчины стали очень цениться в России, да, и сейчас ценность мужчины намного выше оказалась, чем женщины, в принципе, женщины гоняются за мужчинами, готовы платить за вступление в клуб большие деньги, мужчины не платят и знакомятся бесплатно, и с большим, как бы, в общем, вот такая ситуация сложилась. Вот моя история. Может быть, несколько будет не по теме. В конце концов, все переходит к одной проблеме, вечной теме. Мужчины и женщины. Вторая мировая война и Франция. Вот есть мнение сейчас, недавно появилось такое, что почему вот так Франция не стала, как в Первую мировую, сопротивляться и фактически, в общем, капитулировать перед Германией. А потому что у них еще была свежа память, там 20 лет прошло после Первой мировой. В Первой мировой французы потеряли больше всего. Ну, немцы, конечно, чуть-чуть больше, но французы фактически на втором месте. Россия просто это где-то в конце. Мы чуть больше Италии потеряли. Итальянцы 600 тысяч убитых, мы 800. Ну, 775. А французские? А? В Франции где-то 1,2 миллиона с чем-то или 3. В общем, всего 10 миллионов убитых. Ну, я говорю, англичан 1 миллион где-то вот так вот. Французы и немцы больше всего. Ну, немцы это их дело, но вот есть такое мнение вот в последнее время, что вот правительство Франции, ну, как говорится, верхи правящие, скажем так,
помня вот ту войну, что она фактически выкосила все мужское население, они на второе такое же не могли пойти, иначе Франция перестала существовать как государство, потому что там некому было уже. Вот такой, ну это, как говорится, я этим не занимаюсь. Данные такие, что они знали о приготовлении к Красной Армии, поэтому они поняли, чтобы не допустить мясорубки, они открыли фронт и все. Понятно было, что Сталин бы дальше пошел на Париж в 41-м. Если они были настоящие. До Мадрида и дальше. Хорошо, не хватило. Еще один вопрос. Давайте по поводу, после того, как был декрет о мире провозглашен Лениным, какие официальные большевистские документы выражали отношение большевистского правительства к войне? Какие были, каким документом посадилась демобилизация и так далее? Что было? Ну как, что-то... Я сейчас объясню. Брестский мир там... Нет, до Брестского, между этим и Брестским миром. Между декретом о мире... Я же рассказывал, целая часть моего доклада была. Дело в том, что большевики, первый декрет советской власти, 26 октября, издали декрет о мире. Да. Но я говорю, это была просто декларативная бумага. Она ни к чему не обязывала. Да, понять ее было... Вот можно прочитать 20 раз и не понять, а чего хотят-то. Ну, мир там все, а какие пути? Не было конкретных... шагов. Вот. Потом 9 ноября, да, они армию оставили в покое. Ну, не до нее, я имею в виду 10. Они, как говорится, захватывали власть, так называемое шло триумфальное шествие. Захват власти по всей стране. Вот. А что творилось в армии? Солдаты-то получили декрет и говорили, ну раз мир, давайте по домам. И вот большевики, конечно, убоялись такого мода. Поэтому они решили сразу создать в армии вместо вот этих солдатских комитетов, которые делают не в том, что они не большевистские, это само собой, а в том, что даже и большевистские, и солдаты их стали, в общем, игнорировать, но не подчиняться им. Если они сначала перестали подчиняться своему командованию, потом комиссарам временных поездок, потом они плюнули на свои комитеты, и они для них уже не авторитет. Поэтому большевики решили создать что-то новое, минуя комитеты, военно-революционные, как ВРК, РФКО. Так вот эти ревкомы стали объяснять, что, ребята, ну так нельзя, мы сейчас откроем фронт немцев, и немец нас, ну, все-таки то это логика была. И тогда большевики, помимо вот этих переговоров с немцами, переговоров мешал Духонин, Ставка. Он говорит, я не буду вступать, я не признаю ваше правительство, это бандит. Вот. И поэтому большевикам приходилось двоякую задачу, сдержать солдат, чтобы они с фронта не пошли. И в то же время приступить, как-то захватить всякую, вступить с немцами в переговоры. Когда они вступили и заключили вот это трехмесячное перемирие, они стали лихорадочно, тем более они уже узнали процент поддержки, даже 30 там, с чем-то, меньше 40, то это не разговор, конечно. Причем неоднородно. Южные фронты почти полностью, там за большевиков где-то 15, там в некоторых местах 20 голосовало. Вот. Это только северные дали. После заключения этого перемирия был какой-то декрет большевиков, прокламирующий их отношение к войне, что мы... Ну как, ну демобилизацию. Были, каждый месяц выходили декреты. Это чем? Это был декрет? Да, декрет СНК. Да, декрет Совнаркома о демобилизации сороков, там вот призывы, там тысячи, по сорокам призывы. По возрасту, вот, ну это и возраст есть, там 20 лет. А общая позиция в отношении войны? У нас сейчас перемирие, и мы ждем заключения договора. Да, вот да, но они не провоцировали, они не, как говорится, ну, не форсировали события, что вот мы там в мировую революцию, они помалкивали. Им надо было, чтобы заключить с немцами относительно... Они же перед захватом власти что обещали? Говорят, вот дайте власть большевикам, мы тогда заключим это демократический мир без аннексии и контрибуции. Но такого-то ведь в природе не существует. Конечно, они не могли его заключить, но играть в это, обещать народу, поэтому они не провоцировали. Они демобилизовали тихо армию, проводили вот эти съезды по демобилизации, декреты издавали, вели переговоры с немцами, там утрясали. Вот. А сами в это время пытались создать свои вооруженные силы. Уже в январе был декрет о создании Красной Армии, флота и так далее. Но это ни к чему, это просто на бумаге. Вот. Но когда немцы, срок-то кончился, то есть нарушил период, да ни к чему не нарушился. Срок кончился, большевики молчат, они решили демонстрацию устроить на пустое причем место. Уже дело в том, что демобилизовывать не обязательно, это поначалу, вот, там 40 призывов вот этих, а потом, когда полки редели, все, их отводили в тыл. И они там сидели, вот к февралю, многие были, там я говорю, вот, это Рыбинский, Ярославль, это я примитивно к Северному фронту, а линия фронта была Двинск, Рига, вот так.
Вот они там были, а тут только завеса фактически, немцы пустое место брали. И это большевиков напугало, и они скорее заключили. Примерно такая. Заключение Брестского мира было объявлено большевиками как выход, как окончание Великой войны и так далее. Ну а как? Это, ну, во-первых, это как бы ЦК настояло, а должен был съезд Советов ратифицировать. 3 марта это было, и Россия вышла из войны официально, все. Вот. И, да, но как он был ликвидирован, Брестский мир, вот это интересно знать. 11 ноября, когда на станции Ротонд к маршалу Фошу пришла немецкая делегация и захотела, ну, вступить, говорит, какие ваши предложения о мире? Вот. Тут я почему это, тут тоже присутствует. А он говорит, ну какие, говорит, у меня о мире? Мы, говорит, любим воевать, нам нравится. Говорит. Он говорит, ну ладно, говорит, вот наши предложения. Вот, они посмотрели, ну, в общем, это самое, немецкие там, кто-то говорит, а вот наши, говорит, а это Вильсон, в общем-то, американский президент выработал. И там был, по-моему, пятый пункт о ликвидации Брест-Литовского мирного договора, 6-й Бухарестского. Говорит, если вы хоть один пункт не признаете, вот, война будет продолжаться. Немцы подписали, поэтому Брестский мир был аннулирован 11 ноября 1918 года. Да. А Ленин, вот мы полезли, 13-го. Ну, Ленин, извиняюсь, ликвидирован. Это тем, что... Вот. Не Ленин, а маршал Фош. Сергей Николаевич почему-то не сказал то, что раньше мне говорил, что меня очень... для меня было новость все. Вот, вообще цель подписания Брестского мира фактически заключалась в том, чтобы распустить русскую армию, потому что по этому договору мы обязаны были армию распустить. Поскольку русская армия для Ленина была гораздо более опасна, чем для Вильгельма, она не поддерживала большевиков, то он таким образом вдвойне предал страну. То есть мы были обречены на победу, нет, подписали Брестский мир, распустили армию, и после этого он сидел. Ну, одна правда, но здесь вторая. Вот я бы сказал, что к моменту, когда власть захватили большевики, ну, первые 2-3 недели армия еще могла по инерции что-то делать. Но потом вот эта вот демократизация, это обвальное завершение, это на всех парах выход из войны, вот эта демобилизация еще, конечно, добила ее. Уже, как говорится, точку невозврата, по-моему, они прошли где-то вот убийство в духовке, это все. Армии больше не стало, это только уже на бумаге, по сути. Ну, еще месяц они там так были, отводили их. Вот я говорю, почему эксцессов не было? Зачем уже эксцессов? Чего, за что бороться-то уже? Что случается? Сергей Николаевич, можно вопрос? Как вы считаете, в 17 году Ленин был уверен, что Германия проиграет войну все равно, дорогие России? Ну, вообще, мне кажется, все были уверены, что Германия проиграет. Потому что, в принципе, уже с осени 16-го было ясно, что впереди нас достаточно. Да, и мы-то как никогда сильны оказались. У нас осенью 16-го заработал порт Мурманск, дорога Мурманская, железная, незамерзающий порт. Сами наладили производство. Ну, в общем, так что... А можно по этому поводу маленькую реплику? Вот, на мой взгляд, дело не в том, что Ленин считал, Германия проиграет или не проиграет. У него совершенно другая была концепция в голове. Он был уверен, что начинается мировая революция. И вообще говоря, он подписал Брестский мир еще и потому, что какая разница, сегодня они и завтра все равно будет социалистическая республика и будет союз. Почему отдал треть Грузии и треть Армении отдал Турции? Он был уверен, он не такой добрый, он был уверен, что будет Турецкая Советская Республика. Ну, Ататюрк взял эти земли, но Турецкая Советская Республика... Единственная причина, по которой он заключил, то, что он знал, что все равно он чужими руками жар загребет. Это психология уголовника обычно. Вы приписываете совершенно бессмысленные мысли, как будто это вот историческая историческая фигура, что это простой уголовник. Просто похоже какой-то. Не более того, я могу сказать про Брестский, про территориальные. Давайте я вам отмечу. Скажи мне, что сегодня будем давать? Знаете, вот что ты хочешь сказать? Не, ну что это несет-то по поводу этого уголовника? Ну это не тема, во-первых. И не ему рассуждать на тему, кто такой Ленин. Ну что он несет? Простой уголовник. Он что, хорошо знает наш уголовный мир? Специалист по этому поводу. Он не простой уголовник, он очень высокий работник. И потом, почему ты говоришь, что он два раза предал? Ничего подобного. Он шел к своей цели, а цель была одна. Цель-то была власть.
поэтому ничего не продавал. Он шел строго по своему алгоритму. Согласитесь. Вот с этого начинаются моральные всякие штуки, другие так приходят в уголовник. Так, дайте довести заседание до конца. Как я понимаю, вопросы заканчиваются, на вопросы ответили. У Сергея Николаевича есть какая-то реплика, которая хочет... Ну, по поводу вашего, насчет Ататюрка отдали там Армению, Грузию. Я бы вот сказал, здесь еще вот тоже один миф, который надо... Это, как говорится, на поверхности все это всегда видели, но почему-то всегда во всех учебниках и повторяют, что там 1,5 миллиона там, квадратных километров что-то, или сколько там, вот сдали, говорит, Украину, всю Прибалтику, Белоруссию, Армению, там часть Грузии и так далее, вот, противнику, по Брестскому миру. На самом деле это не так. Дело в том, что к моменту вот этого вот заключения Брестского мира, это уже, можно сказать, конец февраля, 18-го года, произошло самопровозглашение Украины, той же Прибалтики, Финляндия вышла из состава России, Закавказский комиссариат провозгласил вот это тоже объединение вот этих трех государств, Азербайджан, Армения, Грузия и так далее. Даже вот на брестских переговорах, я могу такой пример привести, была делегация Центральной Рады, и она даже не здоровалась с советской делегацией, которая там Троцкий возглавлял и так далее. Вот что было. У них свои переговоры шли. Поэтому, когда Ленин подписывал перемирие, он подписывал перемирие, то есть Брестский мир за РСФСР, за Россию тогдашнюю. А она была в других рамках. Не было тогда Украины. Украина сама подписала и назвала немцев себе. То же самое было в других. А где была оккупация, скажем, всей Прибалтики, или там часть Польши, с ними и разговора не было. И Ленин Вильгельму сказал, а какого ты, черт это, Прибалтика? Они не наши, не ваши. Это не русская территория была. Вот, поэтому о них и речи не было о прибалтийских. Вот. То же самое в Беларуси, как только пришли немцы, там независимость разгласили, а Украина еще раньше, вот и все. Поэтому, по сути, это Ленин российской территории-то и не сдавал. Сочетать все эти республики законно. Ну, нет, ну закон, а сам, но он их не контролировал. Ну не было у него армии, более не было у него там ничего. Да, там были местные большевики, Горск там это, вот. А он довел ситуацию до того, что исконно российская территория перестала быть российской территорией. Ну, так и после этого он. Да, но фактически он на Брест отвечал за ту территорию, которую контролировал. А это, в общем-то, применительно к югу и западу, это российская, есть как в пределах теперешней РФ. Это и было, вот и все, собственно. Я его не оправдываю, но это так сложилось обстоятельство. Но никакую территорию он не сдал, он просто эти территории не контролировал. И гражданская война, на мой взгляд, в основном, ну не в основном, свелась не только вот в борьбе белокрасных, а в борьбе большевиков за восстановление территориального бывшей Российской империи, за будущий Советский Союз. Собственно, они... Так только немцы ушли с Украины, они туда вторглись. Оказалось бы, признали независимость. Когда надо, признают, когда нет. То же самое с Закавказьем было. Когда разбили последние вот части белых армий, они тут же в 21 году вторглись в Армению, Грузию, Азербайджан и установили там свой режим. Фактически оккупировали эти государства. А армии местные национальные распустили. Вот и все. И тут же чистку провели. Ну как, собственно, в 40-м году это проделали в Прибалтике. Вот то же самое было вот в Закавказье в 21-м. Вот что творилось. Так что мы будем говорить, что там, может, еще Ленину было насчет Варшавы, там оговорить наши, не наши, там это, да, царство Польши. Хорошо, спасибо. Мы, по-моему, очень насыщенно выслушали доклад, масса новых фактов, деталей, которые не на слуху, которые не всем известны, которые полезно как проанализировать. Есть еще желание что-то сказать, спросить? Пожалуйста. Алексей Ломунов. Ну вот я в свете, вот вы о Столыпине говорили, что вот я читал эти выступления Столыпина не в Думе, а в Совете Министров, Троцкий рассекретил. И прямо там такие многократные, такие именно в стиле Кассандры предостережения, что эта война будет гибелью для России. И среди военных было много у него и единомышленников, у Столыпина. Какие делались действия, ну, чтобы предотвратить
Первую мировую войну со стороны России, кроме Столыпина, это я прочитал. Ну, во-первых, Столыпина убили задолго до начала войны. Но война чувствовалась. Да, но я хочу сказать так, Россия, вот, царь, в общем, российское правительство, дипломаты, войны это не хотели, все прекрасно понимали. Я говорил, армия, мы будем готовы, ну, есть разные данные, к 17-му, 19-му, да, 19-20-му, ну, все равно на 3 года все равно не готовы. Понятно. Да, вот. Потом у нас шла модернизация армии. Приняли новый устав и так далее. Реформу провели в 2012 году, всего за 2 года. Итог, слава богу, успели. Но она там двухэтапная. Первый этап в 1907, потом в 1912. Но это по итогам русско-японской войны. Ну, да, у России не было никаких территориальных притязаний в этой войне. Это миф насчет Дарданелл, там все. Другое дело сделать их такой, ну, зоной свободной торговли, а другое дело прибрать к себе. Речь о том, что это войдет в состав Российской империи, никогда не ставилась. Это поздний миф вот, насчет креста Святой Софии и все. Это, этого никогда не было. Были такие варианты. Никогда. Мы не хотели это англичан расстраивать. Читайте мемуары Сазонова. Несколько вариантов. Рассматривался этого. Это варианты, но царь это никогда. Это в ходе войны появились такие разговоры. Вот отнять у них, когда Турция вероломно напала. Но, да, но уже, естественно, в ходе войны. Да. А накануне. Одну фразу только. В 1903 году Генеральный штаб русской армии принял резолюцию об окончательности границ. Никаких желаний прекращать расширение. Да, России, никаких планов по расширению. Все, достаточно, уже переходили к обустройству, а не к расширению. Это и было прервано советской властью, которая стремилась совершить мировую революцию. А Россия успешный проект расширения, прекрасный, уникальный проект расширения выполнила, потому что с 14 века, когда было Московское княжество, к концу 19-го дошли, ну Аляску уже отдали тогда, дошли до финских болот, Центральной Азии, и эта экспансия прекращалась. Исторические причины Первой мировой войны во многом непонятны. Россия с Англией и Францией все-таки согласились по поводу Королевов и Константинополь соглашение. Но было это в ходе войны, но да. Накануне вообще Россия всячески, да, и кстати, вот это вот Сараевское убийство, это был повод, ну не этот раз, следующий, поэтому немцы просто, просто они были готовы настолько, что если еще не промедлят, будет готова и Франция, и Россия. И поэтому это им было невыгодно. Они рассчитывали на такую внезапную и молниеносную войну. Но ни того, ни другого, по сути, не получилось. Но как сказали, что русские дипломаты... Можно немножко, вот, иначе ответить на ваш вопрос. Действительно, очень часто цитируют Столыпин, но часто цитируют и говорят, что вот Столыпин предсказывал, что нельзя было участвовать в Первой мировой войне. Что, ну, не в Первой, он назывался Первой, он предостерегал Россию от участия в войне. Так вот, на мой взгляд, Столыпин был выдающимся политиком, который, если бы он уцелел, он бы сделал, он бы, мы бы жили в другой стране. Сегодня Америка была бы там непонятно кем, а мы бы были вот номер один. Да? Но в этом вопросе как раз, на мой взгляд, Столыпин ошибся. Потому что Россия была обречена на победу в Первой мировой войне. Потому что Антанта же выиграла в Первой мировой. И Россия входила в Антанту. Даже если бы она сидела и ничего не делала, она бы все равно выиграла. Только действия большевиков и Ленина, отчасти временного правительства, привели к поражению. Она была противоестественна. Ну, Россия это понижал лекцию я, что полковник Вальтер Николаев, шеф тайной полиции кайзера, провез этого Ленина через всю Германию в нужный момент. Это общеизвестные факты, похоже. И ставку делала ли немецкие спецслужбы на большевиков, это тоже известные факты, но мне вот интересно также вот этот вопрос подчеркнуть, что Россия знала, безусловно, политики и генералы, что слабее она в данный момент Германии, что будут потери. Нет, вот не слабее, не готовы, это разные много вещи. И она перевооружалась вот там, и еще. Дело в том, что немцы использовали действительно вот этот полковник Николай, это все. У нас таких спецслужб по сути-то и не было. У нас была просто военная разведка, а вот какой-то подрывной деятельности мы особо не вели. Вот. И еще, царское правительство, конечно, не желало войны, даже при условии, что правильно, она понимала, что если война будет, мы ее выиграем с союзниками. Потому что, собственно, германский блок состоял, собственно, из самой Германии, довольно слабый разношерстный Австро-Венгрии, но который тоже представлял силу. Болгария, можно сказать, не в счет,
она и по территории была не такая, как вот сейчас, допустим. И Турция, которая представляла, конечно, на южном... Италия ушла в войну. Италия союзник. Италия, всего союз. 4 государства воевало на стороне Германии. И 34 против. Поэтому у нас ресурсы были в Антанте нещадно. Потом союз. Ну что, ну, она входила? Да никуда она не входила. Она нейтрально. И Румыния никуда не входила. Румыния под воздействием Брусиловского прорыва вступила. А Италия вступила. Она могла вступить на стороне Германии, но вступила в стороне союзников. И довольно хорошо воевала. Убитых там очень много. Вот все говорят насчет Брусиловского прорыва, сейчас вернусь, что вот нужно ли было его проводить, ведь, дескать, или вот зачем даже вот Румыния вступила в войну, лучше бы она была нейтральной, и нам бы меньше хлопот. Ну, это, я считаю, тоже какая-то странная точка зрения. Даже если это румынские солдаты, там, допустим, их там 100 тысяч убьют 50 тысяч австрийцев, это же на чашу весов Антанты. Вот, так что в этом плане любая страна, которая вступила в войну, которая воюет, а не декларативно, как там Бразилия там объявила в 18 году Германию войну, вот, это все-таки какое-никакое. Не одним же нам, французам, англичанам воевать с ними. Поэтому все правильно. Румыны, кстати, иногда вот в том же 17 году ряд успешных наступлений, когда нас армия отказывалась воевать, они воевали. Вот, так что, а итальянцы просто хорошо воевали. Все новые и новые вопросы. Это все замечательно, но все-таки, вот, вкратце, я понимаю, вопрос такой, как у меня маленький. Значит, какие все-таки причины послужили к развязыванию Первой мировой войны? Ну какие? Ну, Германия ее хотела, она ее развязала. Нет, ну что значит? Я же не буду говорить, что повод там послужил выстрел Сараева. Вот. Ну, Германия хотела. Нет, ну, выстрел Сараева — это провокация. Кстати, Франция тоже не хотела войны. И Россия не хотела. Не хотела. Так, вот я и спрашиваю, все-таки кто же ее хотел? Никто. Германия, нет, хотела. Не может быть. Австрия не хотела даже. Вот несмотря на то, что она, в общем, казалось бы. Вот, это ее подстрекал Германия. Вообще хотела только Германия этой войны. Она увлекла в свою сферу. Зачем Германии надо? Ну как? Нет, не их. Ну как? Господство на море, чтобы уничтожить господство на море, допустим, английское. Потом у России оттяпать территории и так далее. В общем, почему? У нее, вот у нее как раз... Ну тоже зрам на хвост, но это еще со средних веков. Это. Так что... Те же причины, что и в 41-м. В 41-м, там совсем другие. В 41-м это продолжение 14-го года. Ну, в известной мере для нас, да. В 41-м это превентивный удар. Нет, ну Германия стремилась к войне, она ее развивала. Она просто поймала этот момент, что пока она готова лучше других. Она тоже не совсем была готова. Самое главное, их ошибка-то была в том, что их планы шли рассчитаны на молниеносную, быструю войну. Вот, надо вот, разбить Францию, потом Россию и так далее. Или наоборот, но не одновременно. Получилось одновременно и невозможно. Вот. Они сами ошиблись, но хотели войны они. Потому что, во всяком случае, Россия всячески оттягивала. Вот. И, в принципе, России не нужна была война. Ей нужен был как-то целых 20 лет мира, по крайней мере. А армия, нам надо 3-4 года, чтобы окончательно завершить реформы в армии и сделать ее современной. Все-таки кое-что, кое в чем мы отставали. Но отставали, кстати, и другие страны тоже. По насыщенности, допустим, там пулеметов, народ и так далее. Мы отставали, но не намного. И авиапарк у нас был достаточно большой, правда, разношерстный, из старых самолетов. Так что, в общем, все это надо было делать. Надо было создавать действительно авиационные войска новые, они с 12-го года у нас. Но все это надо было время, его не было. Поэтому, конечно, всячески войну оттягивали. Ну а когда уже фактически там ультиматум, великая держава уже не может, как какая-нибудь там Сербия, выполнить это, а вот прекратить там мобилизацию, ну как это наглое вмешательство во внутренние дела великой страны. Конечно, мы не прекратили, нам объявили войну, вот так началась. А потом цепная реакция там вступает. Нарушили нейтралитет Бельгии, Англия объявляет войну и так далее. И через несколько дней уже там как, десяток государств уже в войне участвовало. А потом до 34 у нас.
Хорошо. Значит, мы готовы, докладчик готов дальше отвечать на вопросы. Пока вы готовите вопросы, у меня к вам такая информация, ко всем участникам. Значит, я говорил, что наша цель – это новые концепции, новые подходы, новые взгляды, новые оценки, новые выводы. И мы ищем таких людей, ищем таких докладчиков, потому что многие считают, что у нас нет ни философии как науки, ни вообще нет социальной науки новой в нашей стране, ее нету. Поэтому найти таких людей трудно. Тем не менее, есть предварительные договоренности. Возможно, Владимир Александрович Яда выступит в следующий раз. Возможно, Федор Шилов-Ковидяев, который здесь присутствовал, знает. Если в вашем кругу ваших знакомых вы можете кому-то рассказать, предложить, позвать, мы с удовольствием выслушаем ваше предложение и рассказывайте об этом. Вот мои координаты, я это расскажу лично. Мы хотим расширить эту дискуссию и хотим, чтобы это было место для новых идей, новых взглядов. У вас вопрос, да? Я хотел предложить сам. Или там лично? Ну, это лучше уже лично. Какие еще есть предложения? Хочет что-то, кто-то что-то высказать, чем-то поспорить? Или спора у нас нет, у нас прояснение, выяснение, или вопросы остались? Мне бы хотелось бы вот эту линию проследить. Балканские кризисы, ведь перед грозой, перед большой войной были балканские войны, мы знаем. Сербия, Болгария, Болгария, Турция. И их связь с большой войной. И с современным тоже, это вообще было бы великолепно. Потому что есть у меня пятитомник «Внешняя политика России», шикарный, автор забыл. Читаю, будто современные газеты 90-х годов. Балканский кризис, там Далай-Лама бежал из этой, из Лхаса и так далее. Там кризис в Боснии, да, все повторяется, экклезиастическое такое. Это бы вообще было бы великолепно. Балканский вопрос, Россия, Европа. Раньше и сейчас. Ну, я могу коротко сказать, Сергей Николаевич тоже, наверное, что-то скажет. На мой взгляд, дело не просто в том, что именно Балканы поджигаются, да, а те небольшие территории, на которых собирается большая полиэтническая, разнородная, разнонациональный состав, разнонациональные государства. Вот как только ухудшается обстановка экономическая, политическая, эти зоны наиболее опасны. Между прочим, это не только Балканы, это и Кавказ, где существуют и разные культуры, разные страны и так далее, и так далее. Я думаю, что поэтому Балканы оказались вот инспиратором войны, потому что как только там загорелось, остальные уже, так сказать, не могли это дело остановить. Потому что там много разных интересов, много разных территорий, много разных наций, много разных религий и много разных государств и так далее. Вот что-то на небольшом участке. Ну, в каком-то учебнике истории было написано, что война Первая мировая в Европе велась за колонии в Африке. Это аппетит во время еды приходил. Но во всяком случае немцы в какой-то мере хотели колонии побольше, так далее, господство на море и так далее. Им была нужна война. В результате по Антантовскому договору России должна была достаться Танганьика, по-моему. И Камерун. Вот две стороны, которые были должны достаться России. Кстати, а вот убийство вот это наследника престола Франца Фердинанда, кстати, у Франца Иосифа сын, по-моему, застрелился, что-то погиб. У него прямых наследников не было. Это был племянник. Причем племянник женился не на даме королевских кровей, поэтому Франц Иосиф с ним вообще не общался, был им недоволен. Сейчас к ним, короче, никаких почти дел не имел. Хотя формально считался наследником. И когда он был на маневрах, это мы знаем, произошло убийство, то дядя, значит, приехал на похороны, не отстоял даже всю службу, уехал, и вот хоронили ночью, и Черчилль, когда вот это узнал, по-моему, Черчилль сказал, говорит, похоронили как собаку. И вот из-за этого Первая мировая война, вот формально повод-то. Ведь непопулярный политический деятель был совершенно такой, который даже само австро-венгерское общество не особо так уж как. Хотя Франц Иосиф был в годах не такой же древний. Он в 16-м году, правда, умер все равно. Вот, так. По поводу Танганьики я могу все-таки ответить. Дело в том, что
конце концов, на некоторое время Танзания вошла в зону советского влияния, потому что президент Занзибара Абэй Тамани Карума был выпускником университета дружбы народов, захватил власть на Занзибаре, потом Кочетурян сидел, там единственное было фортепиано на Занзибаре, он сочинял гимн Занзибара, сделал это для Занзибара, а потом он воссоединился с Танганьикой, и возникла Танзания, которая существует по сей день, столица Дар-эс-Саламе, и она была ближайшим другом Советской империи. Да, так что мечты Антанты в каком-то смысле сбылись, но рухнул Советский Союз, а вслед за ним и все это. И Дима Хачатуряна. Да. Я не знаю, может быть, он и остался. Может быть. Он бегал с пистолетом по столице Занзибара, это Абэй Тамани, и орал, что коммунизм победит, и вообще в конце концов захватил власть. Было такое дело. Так, остались еще вопросы? Или остались только размышления, и отсюда мы уйдем немножко не такими, как всегда пришли. Будем думать, будем анализировать. Ну хорошо. Давайте. Вопрос только, что вот политическое руководство и армия в России тогда, накануне Первой мировой войны, именно накануне, потому что 17-й год уже все было написано, предречено, уже был ясен исход, накануне. Политическое руководство и армия тогда в свете балканской проблемы и сейчас. Это более чем интересно. Контроль за армией, который не всегда поступает. Я по этому поводу не могу все терпеть, а все время бросаю реплики. Да? Вот я могу сказать вещь, которая описана, но которую, по-моему, никто не знает. Дело в том, что министр обороны Устинов застрелился. Об этом пишет Александр Яковлев в своей книге «Сумерки». И он застрелился в те же дни, когда министр обороны ГДР Гейнс Гофман, там разница в 2-3 дня, министр обороны Венгрии генерал-полковник Лаеш Цениге и министр обороны Чехословакии Мартин Зур. Вот роль армии. Вот тогда, после поражения в Афганистане, они решили, что это надо компенсировать и взять власть в руки военным. И когда об этом узнала тогдашняя КГБ, то почему-то они очень быстро застрелились. То есть вот это был уникальный момент в истории СССР, когда армия выходила из-под политического контроля и собиралась взять верх. Единственный источник, где об этом можно, где я видел, это книга Яковлева «Сумерки», где он об этом пишет. Впрочем, Устинов был один из тех, кто ратовал за ввод войск в Афганистан. Причем один из главных его влияния усиливало роль военных ударов. Устинов — это не армия. Устинов — это совсем другое. Армия никогда никуда не выходила в Советском Союзе. Так. Ну, вот армия и власть это в 17-м году, ну, был при Николае II, да? Но ведь у нас же было самодержавие, какой там армия и власть? Армия, власть была у Николая. Армия в 17-м обречена была. Я с детства политикой. Никто ее ничего не спрашивал. И когда Первая мировая началась, армию никто не спрашивал. Было правительство царское, вот оно все и решало. Но армия выполняла. Даже офицеры рвались воевать на Балканы в 19 веке, а Александр II не пускал их. Они его не слушали, шли воевать. Какой-то учебник уже забыл. Добровольцами. Армия и власть. Ну, власть, да. У нас самодержавие было. Ну, вот не слушали Александра II офицера. Воевали в качестве Я пытался немножко подбить нашего многоуважаемого докладчика, вот Сергея Николаевича, по поводу вот, ну, все-таки параллели с сегодняшним днем. Ну, может не быть, получилось. Да, не получилось, да. Ну вот мне не кажется ли вам, все-таки вот просто, если не историческая экспертиза, то пускай просто экспертиза как гражданина, как человека, что армия, чтобы она избежала каких-то трагедий, должен быть дух стойкий. То есть должна, значит, какая-то выверенная идеологема. И не кажется ли вам, что сейчас-то все-таки в России такая сложилась ситуация какого-то распутья, да? Вот. Потому что вот Игорь Борисович сказал в самом начале, что ну как бы это как двустороннее движение сразу, левостороннее, правостороннее. То есть в государстве у нас, ну, такие веяния конфликтующие, просто как бы взаимоисключающие друг друга.
То есть мы не можем с уверенностью какой-то вынести рецептуру, что там, допустим, священников, там, капелланов войска, чтобы они там дали какую-то там идеологему, там, или там мулу, там, чтобы он там Коран там продвигал. То есть мы не знаем, что. Раввина. Ну, раввина, да. То есть вот, ну, значит, да, то есть все-таки сейчас вот эта вот ситуация распутья, она вот, ну, как бы отражение ситуации в обществе, и что вот, возможно, надо как-то совместно применить нам усилия, вот, чтобы мысль пульсировала, и чтобы что-то было действительно, возможно, эта идеологема просто вот станет идеологемой выживания вот на этом пространстве или что-то, как вот вы считаете? Ну, во-первых, конечно, сейчас уже 21 век, и реформы в армии назрели, потому что она фактически это армия, советская армия, которая создана была в 18 году, и которая, в общем-то, немного так видоизменялась, так, ну, меньше, чем надо было бы. А аналоги провести можно, вот, например, когда наш последний верховный командующий нормальный генерал Корнилов, генерал Дофантерий, полный генерал, его сменила вообще присяжный поверенный Керенский. А потом вообще большевики прапорщика назначили. Прапорщика. А сейчас у нас бывший продавец мебельного магазина министра обороны. Вот вам. Так что аналогии вполне. Вот. И, конечно, армия требует реформы. Чтобы прекратить вот эту дедовщину в войсках и прочее, надо действительно перейти на контрактную добровольную службу. Тем более большинство цивилизованных стран так и делает. Тем более это территория у нас большая, но народное население маленькое. Мы, как китайцы, не можем себе позволить многомиллионные армии. Я думаю, я не военный специалист, но я думаю, что они могут подсчитать, сколько нужно в мирное время для поддержания ее боеспособности и сколько нужно времени для ее развертывания в случае локальной или большой войны. Для этого нужны вот действительно эти кафедры при институтах военные и так далее, какие-то курсы без отрыва, ну какой-то всеобщий, вот, чтобы не отрывать людей от домов и так далее. Потому что армия, конечно, жизнь пополам молодежи режет, значит, в институт не успевают поступить, а за 2 года их там выплатят, все, вот, приходят уже совершенно другими людьми, не в лучшую сторону, имеется в виду, другими. Вот, поэтому, конечно, надо, реформы нужны. Вот. И именно не в смысле вот это новых вооружений и так далее, это к делу не относится, а именно вот в смысле организации самой армии, как института, то ее, конечно, надо реорганизовать. На ваш вопрос я тоже хочу коротко ответить, но просто факт информации к размышлению. Многие не знают, что даже в белорусской армии никакой дедовщины нет. То есть то, что у нас творится, это беспрецедентно. И в грузинке нет. И это не потому, что это случайность. Я всегда убежден, когда массовые процессы, значит, в этом цель. Если у нас, скажем, тиражи книг и газет и журналов уменьшили за 15 лет в 50 раз, а потребление спиртного увеличилось в 1,5 раза, это политика, это не случайность. Вот так и дедовщина, это во-первых. Во-вторых, ситуация, в которой сегодня находится армия, просто абсурдна с точки зрения духа идеи. Потому что она должна защищать советскую, антисоветскую родину одновременно. Потому что у нас Александр Исаевич, герой, который главный был борец, у нас и имя России Сталин. То есть, как бы это было в Германии, которая бы защищала и Гитлера, и антифашизм, ну, это чудовищно на самом деле. Вот пока гром не грянул, как бы это не чувствуется. За кого? Что они, за что? За олигархов они должны воевать или за кого? То есть, даже непонятно. И последнее, что я хочу сказать по этому поводу. Вот я согласен с вашей формулировкой, кроме одной вещи. Вы сказали, что у нас сегодня распутица во власти, которая отражает разномыслие в обществе. Вот у нас вообще существует такой подход, у нас всегда виновата или Америка, или Украина, или Березовский во всем виноват, или кавказцы, но никогда не бывает виноват лично и персонально руководитель, который руководит страной, руководит армией. Вот это не распуть, это не разномыслие в обществе, а это сознательная ситуация, когда не определяет правила, когда нет норм, и тогда не за что спросить. Потому что как только мы определим свою идентичность, как только мы скажем, кто мы, тогда возникают ориентиры, тогда понятно, куда мы идем. А если мы движемся вообще и не движемся одновременно, тогда спросить не за что. Но это не народ отвечает, это власть отвечает. И мы должны жить, и цель нашего клуба, почему я этим хочу закончить, мы и считаем, что Россия должна быть Россией, надо вернуться к российским правилам, к российским нормам, к российским ценностям, настолько, насколько это сегодня возможно. И тогда многие вопросы снимутся,
И тогда можно будет двигаться дальше. А пока у нас вообще нет идентичности, мы не понимаем, кто мы, таких стран нет, таких государств нет. И такие страны, у нас нет ни одного союзника. Мы правильно сделали, что мы ввели войска в Южную Осетию, мое мнение. А что оставалось? Но после этого введения войск, ни одна страна нас не поддержала. Даже Белоруссия до сих пор не признает. Потому что у нас нет идентичности, невозможно дружить с никем. Вот, если поправка, у нас единственный союзник — это Индия. Ну вот самая наша последняя оплот. Потому что она не подведет никогда. И демографически она нас подпитает. Как только американцы продадут им авианосцы дешевле и лучше, так у нас Индия перестанет. Это же надо. Все. В России. Вы хотели меня что вы хотели? Народу. Кто еще не записался и кто хочет, чтобы его приглашали в клуб? А они как? Виктор Борисович.